Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Clash Royale. Так, ну что же, в режиме 2 на 2 я прошел абсолютно все. Все сундуки, все деньги, ребята, я получил, пооткрывал. В общем, теперь мы проходим с вами на рейтинг. На рейтинг, то есть 1 на 1. И я, как видите, на новой арене. Арена 8, так что поехали. Так, против меня София. Ну что, давай, наверное, нет, это рано пока. Давай, наверное, выпустим сюда мага. Блин, надо было мне, наверное, ребята, фаербол все-таки убрать. Опачки, что это за маленький такой снежок? Выпрыгнул он мне здесь. Так, ну что, давай попробуем, наверное, с дракончиком. Так, тихо ты. Кто там еще у него? Снежный какой-то големчик, да? Понятно. Так, ну что, лучника мы... Ой, лучника, стрелка мы с вами убили. Нифига там комочек прилетел. Да, ребята, лихо. Ну что, посмотрим, есть ли у него... У него есть еще, остались, оказывается, мышки-то в закромах. Смотри, а. Ладно, давайте стрелка вызывать. Стрелка вызвали. Так, ну что, мне бы, конечно, хотелось бы, наверное, вызвать нашего бегуна. Но дело в том, что рискованно. Попробуем вот здесь вот, ребята, его вызвать. Посмотрим, сможет ли он добежать, или его они все-таки перехватят. Слушай, никто не перехватывает. Ну, тогда извини, парень. Тогда все. Слушай, он копит, ребята, он копит, судя по всему, энергию. Только для чего? Может быть, он хочет вызвать голема? Да, он может это сделать. Или же он просто сдался. Или вылетел. Не знаю, ребята, честно говоря, не могу понять, почему он перестал играть. И начал как-то он немножко по-дурацки какой-то снежок в меня выпустил. В общем, тут какая-то победа слишком легкая получается. Вообще просто на изи. Ну все, короче, мы с вами забомбим ему замок. Что-то как-то нечестно, если честно, ребята. Ладно, фиг с ним. София тоже не в клане. Ребята, у меня, кто спрашивал, как у меня называется клан? Вот, игроманы, еще раз вам повторяю. Так, ну что же, продолжаем, наверное, нашу эпопею. Поехали. Блин, я хотел этот фаербол убрать. Я думаю, либо молнию взять, либо еще что-нибудь в этом роде. Так, Вайвес против меня. И начнем, наверное, со стрелка. Давай вызовем. Опа, 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 пулечки. А вот этот вот хабарик, ребята. Да, это мощный чувачок. На самом деле. Не знаю, зачем он бревно бросил именно там. Надо было его вот здесь спереди бросать, где у меня скелеты все стояли. Ну, фиг его знает, что у него, ребят, там на уме. Это, как говорится, его проблемы. Так, ускорение, ну это, конечно, не для нас. Давай, поехали, попробуем, ребят, сейчас бомбануть ему башенку. Так. Я понял приблизительно, какие у него, ребята, карты. Уже он, грубо говоря, половину засветил. Так, ну что, мы подбили ему, да? Первую башенку. Так, мышки летучие 9 уровня. Причем, ребята, не забывайте, 9 уровень это вам не хухры-мухры. Ай, у него еще и дракончик тоже 9 уровня. То есть чувачок довольно прилично прокачан. Не долетели, к сожалению. Так, ну что, я, наверное, думаю, вызывать надо мага нам. И потихонечку, ребят, бомбить. Так, ну ладно. Дракончика мы с вами завалили. Опять этот бегун. Ну ладно, давай его завалим по-быренькому. Скелеты, естественно, ребята, не дойдут. Их сейчас тут расстреляют. А я вот, знаете, что думаю? Давайте мы... Да ладно. А если вот так сделаем? Ой, фаербол промахнулся, ребята. Промахнулся, к сожалению. Да, этот чувак мощный, поэтому надо нам вызывать сюда валькирию. Пускай она его немножко помучает. Так, что? Опять? Опять, ребята, этот громозека здоровый, а? Ладно, давай дракона, сейчас будет тут прыгать. Слушай, я вот этого персонажа вообще-то, честно говоря, себе очень сильно хотел. Но не получилось у меня его добыть. Это у нас, это не принц, ребята, это как-то его по-другому там величать. Не помню как, на самом деле. Ну, в общем, как-то вот так вот все у нас вышло. Так, поехали. Погнали. Будем атаковать. Шарик, я думаю, что должны успеть, в принципе, ребята, разбомбить ему базу. Опять он вызывает этого чувачка, а? Да ты достал, ну серьезно говорю.
Ты уже достал в корень нас, если честно. Так, давай его бомбить. Скелетики, вы мне тут очень сильно нужны. На помощь, как говорится. Забомбили. Ну что, я думаю, Валькирия справится с магом, а мы поехали с вами далее. Эх, не успею, ребята. 5 секунд, не успею я ему подбить базу. Главное, жаль. А может быть успею? Нет, не успею. Очень жаль, конечно. Но, тем не менее, довольно неплохая была игра. Так. Что у нас там? Новая награда. Какая новая награда? Давай посмотрим, что мы там, ребят, с вами заслужили. Да, по-моему, ничего пока. Этот сундук я уже открывал. Да, там был проигрыш. Меня немножко скинули. И скоро уже будет, ребята, вот этот вот ледяной голем. Ледяной голем. Погнали. Погнали дальше. Разбор полетов у нас. Что-то долго как-то ищем противника. Обычно все намного быстрее происходит здесь. Так, Гаяра против нас. Или Куяра. Куяра. Пошли, радость моя. Я всегда выпускаю, ребята, Валькирию для заправочки. Потому что, ну, ему приходится выбирать. И как-то ведь надо же от нее защищаться. И что он там вызвал? Он вызвал, ребята, мага. Он вызвал мага, поэтому давайте вызовем, наверное, дракончика. На всякий случай. Ну, бомбим, 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 отлично. Отлично, ребята, что я могу сказать вам еще? О, а вот это вот, а вот это уже, это жестко. Ребят, на самом деле это жестко. Сразу вот так вот. Ну что, маг, давай, вжаривайте там по полной программе. А я попробую вам фаерболом, как говорится, помочь. Да, помощь не получилась у меня почему-то. Ну что, вызываем опять, наверное, Валькирию, судя по всему. Давай так вот сделаем. Так, у меня очень мало маны. Что мы можем с вами здесь замутить? А дракончика вызвать? Или же... Я не знаю даже. Так, ага, рыцарь. Ну, рыцарь пускай подходит сюда, ребят. Мы, естественно, его сейчас поймаем. Пускай он тут слишком сильно не надеется, что у него там что-то получится. Да-да-да-да-да, именно вот так вот все это будет выглядеть. Ну, а мы с вами начинаем, ребят, вот атаку на этот маленький бастион. Ну что ты, дракон, ну ёб красоты, не можешь уже бомбануть, что ли? Что за детский сад, серьезно говорю. Так, еще, ребята, один дракончик. Еще один дракончик, ладно, давайте выпустим отсюда мага. 8 уровня у него дракон, и еще он одного вызывает, а? Ты посмотри. Ладно, давай попробуем так бомбануть. Замечательно. Ну, маг пока там добежит, там 1000 лет пройдет. Надо вот здесь, ребят, атаковать. Так, что, маг на мага? Погнали. Этого мы встретим здесь, ребята. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну что, дракончик, твоя очередь, давай, поджигай тут всех. Да ты что, как ты справился, а? Серьезно, как ты это умудрился сделать? Я не понял, если честно. Так, еще и Валькирия там идет, да? И дракончик, ребят, летит. И принц на белом коне, господи. Так, принц на белом коне. Что, я могу одно предположить. Если, ребята, сейчас будет фаербол, а его не будет у нас. Поэтому давайте так сделаем. Все. Так, тут у нас, ладно, все по-тихому. Ты смотри, дракон-то, а? Переключился, тихо. Хотел только Валькирию сюда вызвать, ребят. Не успел, но тем не менее прошли. Подбили мы ему две башни. Главное, не умудрились. Ну и ладно, фиг с ним. Так, ну что, мы с вами заработали, надеюсь, на големчика, на ледяного, да? Да, ребята, выбрать, кого нам там на выбор дают. Ну, это мне не нужно на эликсир. А вот этого ледяного голема я возьму. Хотя он на самом деле фуфловенький. Так, тут у нас что? Тут у нас деньги. Нужно 2500 у нас. Ну, в принципе, ребята, если хорошую победу здесь одержать, то мы вполне сможем получить. Поехали. Как вы понимаете, колоду я пока не меняю. Все тем же самым составом и играем. Как только где-то встрянем, можно будет подумать об этом. Так, ну что, Валькирия, пошли потихонечку, наверное, с тобой, да? Я потихоньку, не спеша. Тихо, шифером шурша. А вот это вот плохо, что у него есть бочка, ребята.
Это не есть хорошо. Еще я смотрю, там и пека у него, да? Да куча. Еще и пека. Пека чертов, а? Да ладно. Ты на это вот истратил ураганчик? Скелетов потратил, ребята. Так, давай встретим тогда тоже его скелетиками. Блин, только помешал мне, а? Угу. Хорошо, ребята, давайте тогда ждать. Я буду вызывать, наверное, валькирию здесь. Пускай пока тут постреляем. Ага, понял. Вот так он, значит, да, действует? Ну, ладно. Нет, не стал, ребята, он вызовет. Я думал, что он вызовет, на самом деле, скелетов. Нифига. Погнали. Ну, успеем мы снести или нет? Да, по идее, должны. Хорошо, отлично, ребят. Пока идет все замечательно. Так, давай здесь, наверное, стрелка вызовем, да? Пока там башня отвлекается немножко. Эть! Не вовремя закончилось. Ну что, он ждет. Он ждет, ребята, он ждет. Он вызывает пеку, фигеку. В общем, понятно все, да? Ну, давай-давай-давай-давай. Разбиваем этих олухов. Надо было без фаербола. Надо было, ребята, без фаербола. И все бы у нас было здесь хорошо. Так, валькирия пошла. Не знаю, что он сейчас, ребята, будет. Но будет что-то вызывать стопудово. Так, валькирию против валькирии. Опять бочка летит. Опять, ребята, у нас бочка. Так, давай-ка, наверное, бомбанем. На всякий случай, да? А здесь перехватим. Перехватили, отлично. Так, скелетики пошли мои. Ну что, успеем, ребята? Я думаю, что должны успеть. Валькирия сейчас, наверное, бомбанет, и все будет отлично. Так, дракончик, ну иди сюда, подождем тебя, наверное, вот здесь вот. Вызываем, ребята. Так, стрелка оставлю. Ну и, в принципе, все. Да, замечательно. Как-то вот так вот. Что-то довольно как-то легко пока. Я не знаю, ребят, в чем проблема. Ну, вообще практически никакого сопротивления нету. Ну что же, мы получаем, наверное, новую награду, нет? Нет, еще не накопили, к сожалению. Тогда продолжаем нашу эпопею. Почему бы и нет? Пока идет все замечательно, надо, ребят, бомбить. Так, ледяной пик. Ну что же, начнем. Начнем, ребята, с той самой тактики. Не знаю, можно, в принципе, будет мага. Но он тоже, ребята, вызывает мага. Я это понял. Попробуем, ребят. Попробуем сделать так. И, наверное, вот таким вот образом. Ать. Немножко-немножко лопухнулся я, конечно. Чуть-чуть. Ладно. Ну, где мой маг-то? Я не понял, где мой маг? Мага моего убили. Как-то в замесе потерялся. Пошли, фаербол. Не знаю, может быть. Ой, тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё. Пека, ребята, пришел. Пека. Пека-пекарь, по-другому не назвать. Давай дракона вызовем. Естественно, стрелы. Стрелы — это хорошо, да, ребят? Против вот таких вот мелких всяких гоблинов и так далее и тому подобное. Очень хорошо выручает. Ага. Завалил, да? Все-таки по Шурику. Нормуль. Так, осталось совсем чуть-чуть. Я не знаю, может быть, бегуна вызвать. Я скелетов пока у него не видел. Я, ребята, скелетов у него пока не видел. Но я видел у него что? Так, что, башню снесем? По-моему, снесем, ребята. Е! Уже лучше. Так, погоди. Черт подери, а? Ой-о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 й, ребята, а у меня... Блин, я пока тут вызову. Разбомбит, да, скорее всего. Потеряем, наверное, мы с вами... Нет, пока еще живет. Но не очень много здоровья. Так, дракончик, давай-ка спасай ситуацию. Кто там? Опять пека, что ли, бежит?
Опять ребята пека. Ох, как вовремя-то. Ты хорошо попал, парень. Как раз под раздачу. Так. Ну что, попробуем, ребята, протянуть время. Не знаю, получится или нет. Если получится, будет хорошо. Если не получится, будет, конечно же, плохо. Но, как мы видим, тут хватает. Смотри, что он делает, ребята. Он вызвал очень-очень много мелких всяких, да? Всякую мелочь. Я пытаюсь. Я пытаюсь, ребят. Эть. Выжили каким-то образом. Хорошо, двигаемся дальше. Сражение через сколько? Через 10 секунд. Конец сражения, ребята. Давай, поехали. Полетели, 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 полетели. Плевать нам на все. Нам главное уничтожить. Нет, не успел. Жаль. Но он бы мне, конечно, тоже бы уничтожил бы. Башенку одну. Ну, теперь-то накопили, в конце-то концов. Или будете меня до сих пор томить. Да, ребята, накопили. И забираем с вами деньги. Так, ну что, 2550 нам нужно для того, чтобы... Кто это такой вообще? Кто это, ребят? Я не знаю, что это за олух. Хотелось бы, конечно, посмотреть. Ну что, погнали? Ли. Против нас, ребята, будет играть... Опа! Слушай, вот это вот... Вот это мне не нравится, знаешь почему? Потому что стопудово будет прикрывать их. Я, конечно, проверю. Ну. Так, ну только вот этих мне не хватало. Только вот этих, ребят, мне и не хватало здесь. Это печка. Засречка. Ладно, хорошо, мы ее уничтожили. Так, погнали, ребята. У нас все шансы есть, как можно быстренько ему разбомбить вот эту вот башенку. Очень неплохие шансы, кстати. Так. А здесь мы вызовем с вами нашего бегуна на баране. Бумс. Ага, неплохо. Слушай, он там атакует, атакует, атакует. И... И шаром, наверное, мы добьем. Смотрите, ребята, он перестал просто сопротивляться. Видимо, понял, что здесь бесполезняк. Ну и правильно. Хотя нет. Нет, ребята, сопротивляется. Ну что, не будем мы тратить с вами фаербол. Это уже, если что, ребят, в конце, да? Как говорится, на добивку, если понадобится. Ой-ой-ой-ой, как они бедную мою валькирию там наяривают, а? Бедняжка. Этот идиот сейчас будет стрелять по базе. Но он, наверное... Нет, успеет. Успеет бомбануть пару разиков. Так, ладно. Бочка. Чёртова, ребята, бочка. Ладно, давай сюда выпустим дракончика, пускай он летит. В конце концов, уже пора добивать ему базу. Сделаем вот так вот. Нет, еще не хватило. Серьезно, что ли? Ну хорошо, тогда, ребята, еще один выстрел. У него 8 уровня стрелок был. А у меня, по-моему, 7, если не ошибаюсь. То есть у них, ребята, уже довольно прокачанные. Так, сейчас он стопудово копит ману для чего-то. Я не знаю, может быть, какой-нибудь марш-рывок хочет сделать. Офигенный. Такой может быть тоже. Так, и давай дракончика вызовем. Ну все, башню мы, ребята, ему однозначно сейчас просто зашпилим. Сопротивление тут уже бесполезно. Все, отлично. Конец боя, побед за нами. И все, как говорится, найсово. Так, ну что, ребята, вот мы и с вами и заработали вот этого, кто тут у нас на выбор. Так, это у нас заморозка, а кто же ты такой, а? Вышибала, эпическая карта. Что-то, ребят, я не припомню, если честно, никакого вышибалу. Может быть, им просто никто не пользуется? Я не знаю, если честно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, наверное, на сегодня, пока мы закруглимся, нам осталось совсем немножечко, чтобы перейти на 9-ю арену. Тут у нас свои, как говорится, начнутся плюшки. Потом 10-е, ну и так далее. Ну а вам всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!